Следующий шаг, который нам надо будет сделать, это установка сценариев. Так, для установки сценариев, что нам необходимо? Для установки сценариев нам надо скачать следующие файлы. Это стандартные сценарии, я имею в виду. Это Simhaven Europe 2, Simhaven Scenery New. Это самые распространенные сценарии, легкие довольно-таки, довольно-таки правдивые, немножко устаревшие, года два, наверное, уже. Вот. Вот это то, что нам надо скачать. Если вы хотите поставить другие сценарии, то есть еще сценарии. У меня сценарий HD Zip, который я сам делал, и сценарий World Zip. Более современные, более подходят, которые, но они тяжеловеснее, сразу могу сказать. Поэтому я буду сейчас ставить только Simhaven Europe 2 и Simhaven New. Они у нас расположены здесь. Ставить их следующим образом. Опять перетаскиваем. Но у себя я всегда делаю, как говорится, через ярлыки вот эти все установки. Запускаем Explain. Открываем этот файлик. Сначала на Европу поставим. Вот так. Перед библиотеками. Сценарии у нас идут после водных масок перед библиотеками всеми. Так. Почему так важен файл Scenery Pack Ami? Дело в том, что сам Explain читает файлы согласно вот этого списка и загружает их очень похоже на слоеный пирог. Так, мы загрузили сценарий. Но я уже показывал это в видео. То есть вот у нас уже изменились, вокруг появились постройки. Вот сейчас буквально 30 секунд. Взлетим, глянем. Да, эти сценарии, они повторяют форму городов действительных. Но есть, конечно, и недочеты. То есть уже вот Севастополь у нас более-менее похож на себя. Но довольно-таки приблизительно. Итак,
с установкой глобальных сценариев по всему миру мы завершили. Вот Симхевен — это очень подробный сценарий, и, скажем честно, очень хороший по Европе, но не очень они хорошие в остальных местах. Поэтому, как бы, если хотите получше сценарий, то ставьте или делайте сами, или ставьте те, которые у меня скачаны. Так, следующий шаг, который нам надо сделать, это поставить ландмаски, сценарии регионов, такие, которые идут или без своих библиотек, или со своими библиотеками. Поэтому давайте вот сейчас я их... поставлю. Первым мы ставим из папочки G. Сейчас, наверное, понимаете, почему у меня все они сделаны со своей нумерацией, или аэропорт с 0, там 0.1, или G, или G1. Дело в том, что когда файлов очень много, то потом поставить их в свои папки и разобраться, что откуда и что к чему относится, довольно-таки тяжело. Опускаем. Для этих файлов я специально делал, значит, файлик Scenery Pack Ini. Так, мы их ставим под аэропортами сразу. Сохранить. Ну что ж, посмотрим, что у нас получилось. Давайте опять же загрузимся. Где-нибудь в Москве. Ну, сразу хочу сказать, что, конечно, эти папочки, вот их скачать G и G1 отсюда. Здесь вот написано, что при установке обязательно посмотреть файлы не выложен, именно как их править там. Если вы самостоятельно будете устанавливать, ну, давайте чуть-чуть в сторону Москвы пролетим, посмотрим, что у нас там. Кстати, аэропорт, сценарий аэропорта относится FPS, видите, как просел, да? Эти сценарии, они очень тяжеловесные. И если сказать честно, я их не люблю. Так, ну вот видно сценарий Москвы, Останкино.
Москва Сити. По описанию к данному сценарию около 2000 домов. Копии сделаны. Более-менее FPS выровнялся. Ну, достаточно.